Показатор на основе логарифмических шкал наглядно отражает красоту математических, физических и химических законов. Применение дозатора в качестве учебного пособия позволит учащимся ответить на весьма актуальный вопрос: как в реальной жизни можно применить полученные знания? По математике, зачем необходимы логарифмы и как их применить в повседневной деятельности? Количественные и процентные соотношения, пропорции. По химии, как сформировать растворы, изменить концентрацию, применить растворы с разной концентрацией. По физике, наглядное пособие по теме удельный вес веществ. По планиметрии, формирование сложной поверхности для решения задачи уменьшения погрешности при измерениях разных объемов в одном устройстве. На практических занятиях, формирование объема присадок, примесей, добавок к основному компоненту раствора. Спортивные мероприятия. Формирование объема специального и тонизирующего питания.